Включаю электричество. У меня так обычно, я так, нет, я так уже там делаю.
Потому что
Космическая фея. Вот такие вот дела. В общем, договаривалась с Василием Леонидовичем. Сейчас я вам покажу вам. Ох, снежок, какой снежок пошел на улице. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин, это я. Ох, такая просто феерическая красота, просто богиня. Просто богиня секса. Жду мой грант, 10 миллионов долларов наличными деньгами. 80% буду тратить на мою счастливую жизнь. 14 часов 29 минут, 1 марта 2020 года. Ну, смотрите, тут молодые люди гуляют. Сейчас снежок пошел на улице, шикарная погода, 705 машина, рейндж-ровер. В общем, вид с моего балкона на улицу. Ох, здесь нужно, конечно, застеклять. Вообще такая грязь, в общем, накидана грязи, грязи тут на балкончик. Нет. Так что вот. Вот такие вот дела. В общем, там загружаю. Загружаю видео. Такое же, которое я загрузила на мой другой канал YouTube. А так, смотрите, больше... Около 4000 видео на двух моих каналах YouTube. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин на русском, на английском языке. Так что вот, моя страница ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сейфуддин через дефис. Вот, страница на Фейсбуке. Татьяна Л на английском языке. Так что вот. Ох, снежочек, сейчас буду под душем мыться. Уже кофе такой, кофе с бутербродом, уже покушала. Так что вот. Шикарная погода, и когда там была такая шикарная погода, немножко, конечно, знаете, вот этот оттепель, как-то оттепель. А так вообще такой снежочек и был, правда, такой шикарный снежок. Так что вот. Загружаю там видео. Загружаю видео на мой канал YouTube. Сейчас мне нужно помыть, прочистить мне мою ванну. Прочистить ванну. Сейчас Марина загружается видео. Сейчас нужно мне, ой, сейчас это прочищу, сейчас прочищу ванну. Сейчас прочистить мне нужно, немножко она только замусорилась, ванну сейчас прочищу. Мало места на диске. Ну, сейчас я буду уже загружать это видео. Сейчас паспорт. Покажу мой паспорт. Так что вот. Чайничек кипит, сейчас кофе. Сейчас я загружу тогда это видео. Сейчас там снимала видео, которое ночью. Снимала там ночью мое видео. Ставила. Загружу. Так что вот тоже. В общем, Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, что фамилия. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин, это я. Это красивенько. Ладно, что-то красивенько было. Так что вот, это мой российский действующий паспорт.
Номер 4018, студия 216 в ДНБ МВД России по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской области, номер 7.08.2018 года, код подразделения 780041, зарегистрирована в этой самой квартире, комендантский 32192, с 1990 года по настоящее время квартиру мою продаю за 5 800 000 рублей. Мой эллинг в Петербург я продаю за 8 миллионов рублей. Санкт-Петербург, Первый дворец, Менделеевская, дом 1, литера М, корпус 9В, эллинг 24. Так что вот такие вот дела. Это мой паспорт, мои документы, свидетельство о перемене имени. Александрова Татьяна Юрьевна, Татьяна Салмановна Мактух, Сейфуддин. Мое повторное свидетельство о рождении. Так что вот такие вот дела. В общем, да, как я уже рассказывала, ну, вы так слышали, я же поставила съемку. В общем, сегодня, в общем, автоматы, в общем, такая отдельная история, даже не хочется повторять, но вы, наверное, слышали, да? Василий Гурьянович уже эту историю рассказала, что вот кто-то там закрыл. Он говорит, вы не хотите у Бориса Николаевича спросить, кто это закрыл? Так что вот, я говорю, там еще не то, что у меня закрыли вот это вот замок, мои автоматы к моему, вот и к моей квартире, там еще что-то кто-то подкрутил, чтобы у меня вот фаза вырубилась, вот эта штука у меня сгорела. Так что вот. Это хорошо, что я еще открутила эту штучку. Я говорю, хорошо, вот, Василий Валерьянович, что я открутила. Вы отвертку привезли, что я открутила и смогла подключить этот автомат. Так что вот. Я так встала, компьютер не работает, как обычно, вкл-выкл. И у меня это вообще это вырубилось электричество. Ну, вам, наверное, было слышно? Я вставила туда съемку. Хочу повторять. Может быть, там не очень громко, но слышно. Повторять я даже не хочу, знаете, к этому кофе. Когда вы не хотите узнать, там у электрика, у Бориса Николаевича, кто это сделал? Я говорю, нет, я не хочу. Потому что одни, наверное, будут говорить на других. Правду они, вряд ли там вот это. Какую-то скажут. Судя по моему общению с ними, то что? С этими соседями. Так что вот. Говорю, Василий Леонидович, а какие-то ответственные лица, которым будешь что такие истории рассказывать, я говорю, сразу скажут, у вас муниципальное жилье или собственность? Скажут, собственность. Вы собственника? Скажут, да. Моя собственность. Они так и скажут. Если вы собственник, зачем же ушами хлопать? Автоматы. К вашей квартире. Вы собственник. Ваши автоматы. Вы их ставили. Ваш счетчик, ваш рубильник. Вот и делайте выводы. Если кто-то что-то там навесил, и вы не предприняли каких-то мер, шагов, чтобы это демонтировать, снять, то кто виноват? Наверное, вот у вас балкон, скажут. Вот балкон открытый. В принципе, по проекту, не знаю, тут лоджия, в принципе, балконы у нас здесь. Балконы.
там, кто-нибудь кинет вам какие-то вещи на балкон. Ну, скажут, вы уехали, например, на лето, там кто-нибудь знает, а на ваш балкон кинут вещи чужие, краденые, например, кинут краденые вещи. По некоторым причинам, или вас подставить, или просто вещи, так, чтобы где-то, в общем, это, за, как бы, в общем, полежали. Вы приходите, смотрите вещи, не знаю, там, или шкаф, или там еще что-нибудь такое, валяются у вас на балконе. Ну что, балкон открытый, мало ли там, упал с какого этажа, мало ли кто кинул, мало кто специально положил. Это, в принципе, открытое. Открытый балкон, в принципе, что открытый. Ну а что вы будете делать? Если вы, например, открываете, а там чужие вещи лежат, они не ваши. Ну, спросите, конечно, если там кто-то мог положить, спросите. А что вы будете ждать? Здесь там ничего такого особенного. Говорит полиция, что у вас на балконе какие-то вещи. Это немножко глупо. Если, например, эти вещи краденые, вам могут как бы так и там. В общем, это мягко скажу. Так что вот. А если вы, например, увидели вещи на балконе, они не ваши, вы ничего не делаете, они там лежат. Вы думаете, ну, мало ли там, кто положил, возьмут, наверное. То есть, кто виноват? То есть, здесь чья ответственность? Здесь ваша безответственность. Потому что, в принципе, как это вообще по-советскому, по-российскому, по-советскому, вот это. Ну, смотри, какие вещи. Или там, например, что-нибудь валяется такое, пакет, например, какой-нибудь, с какими-нибудь вещами. Вы смотрите, открыли балкон, а там какие-то чужие куртки или какие-то вещи валяются, правильно? Такие ношеные. Мало ли они откуда-то упали. Ну, вряд ли нужно их кидать туда, на первые, как бы, туда вот, на это. Вряд ли нужно кидать их. Лучше взять и выкинуть в мусоропровод. Ну, если же такое там, какое-то такое. Или вынести на помойку, и все, и выкинуть там. Правильно? А если вы открыли балкон, посмотрели, там чужие вещи, какие-то ношеные, неношеные, мало ли кто положил. А может быть, у вас что-то хотят, знаете, таким образом отнять. Вам вещи подкинули, потом в полицию заявили, что у них вещи пропали. Потом скажут, ваш балкон, вещи вот это откуда? То есть, в общем, здесь о чем можно говорить? Может, знаете, как-то, ну, смотря, знаете, какой, конечно, у вас возраст, если вам 18 лет, вы как бы вот как бы не совсем как-то понимаете вообще. А при ваших вообще вот мебелях и так далее, картинах, коллекциях и так далее, вот там выкладываете вот эти видео на Ютубе и так далее. То есть нужно немножко понимать, делать вывод. То есть там что-то такое вынесли в помоечку, выкинули и все. Там же и замочек. Потому что как-то вот это вот. Потому что если вы оставите вот эти вещи на балконе, то будет, ну, наверное, кто-то там положил, оставил, может, возьмут. То есть, ну, я даже не знаю, это вот о чем. Ну, если такие какие-то такие, не очень какие-то, вот это, там, куртка, например, чья-то. Вы подумали, наверное, чья-то куртка упала сверху. Например, смотрите, открывайте балкон, там чья-то куртка лежит. Скорее всего, она упала с какого-то этажа, она сушилась, наверное,